Всем привет, друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. С вами Людмила Хамула. Давайте с вами посмотрим каталог компании Faberlic номер 4. Он будет работать с 26 февраля по 17 марта. Новая линейка декоративной косметики. Давайте посмотрим. Я, как вы видите, скачала приложение компании Faberlic через ссылку, получается, не через Play, не через Play Market, а через ссылку. Так, что у нас тут? 25+, 35+, ИТИС коллаген, по-моему, ИТИС коллаген или ИТИС 55+. А где 45+? Все, 45 возраст пропустили. 25, 35, ну вот 35 больше смахивает на 45, ну или на 40. Нету 40+, 45+, нету. Ладно. А что здесь у нас? ИТИС, как правильно, ИТИС, по-моему. Коллаген, комплексно омолаживающее действие, питательная формула, сатиновый финиш. В помаде у нас трипептид плюс масло карите плюс витамин Е. Эффект филлера стимулирует выработку собственного коллагена, разглаживая мелкие морщинки и возвращает губам объем. Это хорошо. С 50% скидкой. 4 мл. Увлажняет, защищает нежную кожу губ и устраняет шелушение. Какие же мне здесь оттенки понравились? Ну, так, на первый взгляд, пока что... Ну, вот на губах никакие. В стике мне понравилось больше. Вот в стике, допустим, мне понравилось 41-148, 41-153, 41-154. Вот в стике 3 понравилось мне. А на губах мне понравился 153. В принципе, совпало со стиком. Это розовый шелк. И понравился мне кашемированная роза 148. А тоже вот совпало. Единственное, мне не совпал вот этот вот черничный йогурт. Он потемнее на губах, чем в стике. Ну, по крайней мере, на картинке. Возьму одну. Для начала попробую. Дам свой отзыв, конечно же. Дальше у нас коллаген с SPF 15. Это тональный крем. Коллаген плюс 3 вида гиалуроновой кислоты. Более чем на 50% состоит из ухаживающей эссенции, устраняет сухость и обезвоженность кожи, возвращает естественное сияние. Увлажняющий тональный флюид 30 мл. Длительный эффект многоуровневого увлажнения. Слоновой кости бежевый. Ну, наверное, слоновую кость возьму. Единственное, мне упаковка не нравится. Так, покрытие. Текстура невесомый флюид. Финиш натуральный. Дальше. Коллаген плюс масло органы и жожоба. Это ухаживающая лифтинг-формула для гладкости кожи. Ультрастойкая формула. 40% скидка. Что это? А, это ультрастойкие кремовые тени для век. Не знаю. Как-то мне это... 6 мл не по сердцу, так сказать. Универсальные матовые оттенки. Матовые. Тем более я не люблю матовые. Можно использовать самостоятельно или в качестве основы для макияжа глаз. В принципе, такие базовые оттенки, но я брать не буду, я матовые не люблю. Тени. Что здесь у нас еще нам дали? Гидролизованный коллаген, аминокислоты, уменьшенные молекулы коллагена проникают в глубокие слои кожи, укрепляя ее каркас и препятствуют образованию морщин. Активная формула BB-крема улучшает качество кожи, выравнивает тон и разглаживает мелкие морщинки. Нюд и теплый бежевый. Так, это что у нас? Это коллаген-бустер BB-крем. Сколько в названии собрали все в кучу? И бустер, и BB-крем. Мне кажется, это просто тональный крем. Здесь 30 мл, но мне оттенки не понравились. Нюд, он по факту темный. Мне-то и слоновая кость не очень нравится оттенок. Мне что-нибудь ванильное, фарфоровое нравится. Идеален для повседневного макияжа. Можно использовать самостоятельно в качестве основы под тональное средство. А, в качестве основы даже. Ну, точно брать не буду. Сильно много на моем лице я не люблю. И что хотела сказать, и в компании Faberlic вот именно слоновая кость у них не совпадает. Слоновая кость — это вообще цвет молочный. Больше. В компании Faberlic слоновая кость считается, что это желтый цвет. Он идет в желту, ну то есть в теплый такой молочный оттенок. Поэтому в компании Faberlic я не знаю. Ну, насчет слоновой кости, а у них не попадание.
Дальше ниацинамид и витамин Е, коллаген. Мощное действие против трех признаков старения, морщин, темных кругов под глазами и провисания кожи. Вот фарфоровый здесь классный прям. Это, я так поняла, выравнивающий консилер для лица. Консилер тоже брать не буду, я не пользуюсь, 6 мл. Идеально для области вокруг глаз, для лба и носогубных складок. Спонж для растушевки внутри крышки. Ну, интересная упаковка, но я брать не буду, не мой продукт. Так, ну, Пушин, я так поняла, что выводит у нас всю западную... Ну, в общем, с Западом не сотрудничает компания Фабрик, потому что связана с логистикой. Но здесь я хочу попробовать вот этот вот Кушин. Поэтому под вопросом теперь между тональным кремом и Кушином. Так, коллаген плюс витамин С. Синергетическое действие. Компонентов для борьбы с гиперпигментацией и защиты кожи от воздействия УФ-лучей. Я вот это возьму. Мне это нравится. Здесь 25 SPF, тем более... Ванильный здесь есть оттенок, нейтральный бежевый. Тональная сыворотка Кушин. Покрытие легкое, наслаивается от среднего до плотного. Маскирует несовершенство, уменьшает покраснение, успокаивает кожу, накопительный эффект, осветляет кожу, выравнивает ее тон. Что у нас дальше? Лифтинг полоски для моментальной коррекции век. Что это у нас? 40 штук. Мгновенно приподнимают нависшее веко, гипоаллергенные. Незаметные, не ощущаются на коже в течение дня. Поверх можно наносить макияж в наборе полоски двух размеров. Я возьму, попробую, я поняла, что это такое. Открытый взгляд за 30 секунд до и после. Ну, то есть полоску клеишь, и она фиксирует века. Так что интересные новинки, кое-что, конечно же, возьму. Так, что у нас? Тут у нас нужно активировать карты для участия в розыгрыше. Мы в текущем каталоге, получается, собираем вот эти вот карты «Твой бонус». Я, возможно, даже 100 баллов сделаю, но это под вопросом. Не из-за картов «Твой бонус», а мне надо про запасик сделать кое-какой продукции, ну, косметики для дома. Угу, это новинка. Палетка теней для мамы и дочки. Но оттенки, конечно, вырви глаз. Синие, зеленые. Так, здесь у нас 3+. Glam Kate Kitty. Безопасный ингредиент высокого качества. Матовый, сатиновый, блестящий оттенок для ярких образов на каждый день. 9, ну, практически 10 грамм. Стильная упаковка из плотного картона с магнитным замком и большим зеркалом. Бальзам для губ у нас получается со скидкой, лаки со скидкой. И бальзам стик, стик в форме лапки. Это новинка, наверное, я думаю. Увлажняет, защищает нежную кожу, увеличенный диаметр для быстрого нанесения. 3,5 мл. Интересно, да, это новинка. Угу. Бонус. За покупки любая тушь. Со скидкой. Новинка пакеты. Подарочные. Парфюмы с 50% скидкой Каори. Любой набор Beauty Cafe. Гель плюс дезодорант плюс аромат по акции. Вербена. Новинка. Это лимитированная линейка Фрезия. Не знаю, была, не была. По-моему, это все-таки новинка. Гель для душа 200 мл, шампунь, бальзам 2 в 1 200 мл и крем для рук 75 мл. Брать не буду. Камелия и жасмин. Не знаю, было, не было, я не помню, в текущем есть, нет. А, вот это вот есть в текущем, да. Лилак, это у нас получается сирень, персик и лимон. Нет, это новинка, это мыло ручной работы, там другие были. Мыло. Мыло возьму. Скатерть у нас водоотталкивающая пропитка. У нас
в текущем каталоге. Это тоже все в текущем каталоге есть. Прихватки и так далее. Так, аромат я уже говорила вам в прошлом каталоге про него, про новинку. Обязательно возьму. Желтые ценники на Оферик Сенсуэль. То есть два продукта нужно взять, чтобы сработала акция. Квиншип по акции. Фиолетовый. Новинка уже была у нас в фрути. Любые два аромата 30 мл или 35 по приятной цене. Так, Валькирия уже была новинка. Так, восточные ароматы. Ароматы Захратель Шахра и Агизур по акции набора. Женский и мужской. Так, вот это вот у нас уже были, по-моему, Галби и Нур. Да, мне не понравились ароматы. Тут вышел еще один аромат для женщин. Масляные духи. Короче, это не парфюмы, не аромат. Это вот, скорее всего, благовония. Вот есть же такие там аромамасла какие-то. Мне такой формат не нравится, ароматы. Флакон с роллером. Они чересчур очень яркие. Я люблю яркие, но здесь вот мне напоминает именно что-то, вот знаете, церковное, либо свечки жгут вот там в мечети, допустим. Ну, я не имею в виду, что в мечети свечки жгут. Я к тому говорю, что вот пахнет именно вот таким благовонием. Для меня все-таки это, ну, это не аромат. Ну, я имею в виду, это не парфюм. Но это халяль, здесь 10 мл, не содержит спирта и продуктов животного происхождения. Это все ясно. Называется ляль, по-моему, да, так? Что здесь не пишут, как они называются? Лал, наверное. Не написали, как называется. Обычно пишут на русском лал. Ну, наверное, так. Икона стиля, утверждающая новые каноны. Она строит в будущем, смотрит в будущее, но помнит о своих корнях. Она восточная женщина сегодня. Она уверена в себе. Здравствуйте. Так, идет, вроде бы все идет. Так, меня тут отвлекли, я на работе снимаю. Она уверена в себе, она готова творить новую историю, уникальный микс традиций, культуры и современности. Это новая красота, это халяль бьюти. Все ясно, брать не буду. Ну, мне не нравится такого плана ароматы. Набор товаруа, новые флакончики, что ли, да, новый дизайн тут пишут. Для нее и для него. Со скидкой. Так, Ума Феличи, Дона Феличи тоже наборами дешевле. Сам аромат Ума Феличи со скидкой. Бонус за покупки. Парфюмированная вода для мужчин. The Best Bros. По акции с 50% скидкой. Пена для бритья или дезодорант Lancelot по акции при покупке на сумму. Бальзам для губ с маслом черного тмина по акции с 50% скидкой. Soft Nude по акции помада. И Kiss Proof. Ой, не Kiss Proof, а Velvet Kiss. Также у нас по акции Glam Shine помада. Помада Glammy. Любой оттенок помады по акции при покупке на сумму. Так, увлажняющая губная помада кондиционер со скидкой с 50%. Так, дальше.
Помада Hydra Lips по акции тоже 50% скидка. Карандаш для губ со скидкой. Бальзамчики по акции. Так, вот эту новинку буду брать в текущем каталоге. Тройная доза масла ши. Обязательно возьму, попробую. Естественно, отзыв свой дам. Это пломбир или пломбир, как это помада, блеск называется, придающий губам заметный объем. Тут двух видов, какой-нибудь из. Там по цвету они особо не различаются. Так, тени у нас были уже. Запеченные тени со скидкой 40%. Вот эту тушь я тоже в текущем каталоге обязательно буду брать. Мисс Кёрл в новой упаковке. Насыщенный черный. Вот по поводу подводки, конечно, у меня вопрос, буду ли я ею пользоваться. Взять-то я возьму, а пользоваться буду. Двусторонняя стойкая подводка маркер со штампом для стрелок. Дальше тушь Eyelash Volume and Curl, с 50% скидкой. Ну, в общем, малиновая цветом. Сама черная упаковка малиновая. Блёр, увлажняющий BB-крем, Balmy Blur с 40% скидкой. Мои любимые палетки для скульптурирования лица по акции с 40% скидкой. Так, лачки, лаки. Какой-нибудь надо еще один оттеночек взять, оттенок. Уменьшительно-ласкательный, зачем-то я прибавила. Хотя сама не очень люблю, когда так говорят. Лето с SPF. В текущем каталоге вот эти вот маски для лица под вопросом. Еще не знаю, буду, не буду брать. Может быть, и возьму. Криосферы по акции. One Week Miracle. Кислородный бальзам 15 мл. Бонусом идет за покупки. Дневной крем-флюид с 50% скидкой. С коллагеном который. Маска для лица всего за 5 тенге при покупке любого продукта Green Karma, кроме 6707. А, кроме мыла. Ну, гель, может быть, для лица возьму и масочку приложится к ней, наверное, я так думаю. Посмотрим. Это не план покупок, это просто мы с вами смотрим каталог. Я когда начинаю потом покупки оформлять, обязательно беру именно то, что я не говорю в каталоге. Ну, что я возьму. Так, 1 плюс 1 равняется 3. При покупке двух масок, третья всего за 5 тенге. Мисс Скини. ICL пилинг и тоник со скидкой. Жемчужный крем для умывания. Так и под вопросом мне брать или не брать, скорее всего, не возьму. Есть что другое, как говорится, взять. Да? Серия Эксперт там есть что со скидкой. Пилинг у нас тоже всегда по акции. Так, бонус за покупку. Автозагар. Набор Гардерика 40+. Дневной плюс ночной, или ночной крем плюс крем для век. Для жирной кожи. В тубах для жирной кожи. Реноваж 50+. Ночной крем плюс крем для век тоже по акции. Новинок вроде бы пока я не вижу. Бонус любой продукт Love из серии Love. Бонус за покупку. Салон Kia краска по акции 45% скидка. И на средства для волос. Это шампунь, бальзам, маска. А, нет, шампунь, мист и шампунь-спрей.
Умный кератин и ценные масла. А также шампунь плюс крем-флюид. Вот с коллагеном мне шампунь очень понравился, и бальзам тоже. А крем-флюид нет, из серии Salon Care. Так, серия Эксперт, краска для волос со скидкой. Что-то новый аромат, что ли, пишут на 3D Volume. Не знаю, было, не было такого. Ну, я имею в виду это, шампунь для волос. Полотенце Тюрбан по акции. Блонд Айкон тоже со скидкой. Это шампунь для нейтрализации желтизны. Морошка, ботаника. Бонус. Любой шампунь, большой объем. Бонус за покупку, я имею в виду. Также бонус за покупку ботаника. Шампунь и гель для душа. Тоже большой объем. Масло. Маска для волос с красным перцем. Разогревающую маску обязательно возьму в текущем каталоге. Так, при покупке двух зубных паст. Третья всего за 5 тенге. Это пасты, которые прополис, двойной кальций. Новинка что-то тут. Витамания. Жидкое мыло для рук. Такого, по-моему, формата не было у нас. И я имею в виду, что упаковка изменилась. А так все то же самое осталось. Да, упаковку они поменяли везде. Так что новые упаковки теперь. Новинка. Всегда гладкие ножки. Компактный станок эргономичной формы. Незаменим в поездках, обеспечит бережное и гладкое бритье. Возьму. Увлажняющая полоска с витамином Е и экстрактом алоэ. Лезвие не из нержавеющей стали высокого качества. Удобная кнопка для быстрой смены кассет. Компактный станок для бритья. Так, 9 сантиметров, небольшой, но, в принципе, нормально, в руке умещается, с насадками. И кассеты можно взять. Ну, сначала, может, станок возьму, а потом кассеты. В общем, получается, кассета в комплекте со станком, плавающая головка и прорезиненная ручка. Кассеты оснащены защитным колпачком, 2 штуки в наборе. Так, мочалки, губки. Айдео, дезодоранты, спреи, шарики по акции. Бонус за покупку любой антиперспирант со скидкой. Твердый стик по акции. Желтые ценники на зубные пасты, которые любые пасты в новом объеме. Кислородная профилактическая зубная паста. Тут и живица кедра, и мисвак, и мята, лечебные травы, экстра свежесть и мягкое отбеливание. Забыла заказать насадку. Надо обязательно заказать. Ирригатор со скидкой 40%. Так, дальше. На чем я остановилась? Так, эксперт для волос, концентрат и шампунь. Угу. То мама, то муж отвлекают. Концентрат, активатор плюс шампунь. Серии эксперт из линейки для густоты волос. Желтые ценники на крем антиперспирант и размягчающий крем компресс для ног. А еще бонус. Любое средство для ног. Надо ответить, иначе мне не дадут спокойствия. Муж, если один раз позвонит, и я не отвечу обязательно, потом еще несколько раз будут звонить.
Так, дальше. Снимаю я дальше. Молекулярные БАДы. Продукт Slim, кроме 15-760, 40% скидкой. Это программный подход к похудению. Так, ну здесь 40% скидка на любой продукт для здоровья. Получается пихтовита, имбирный напиток, бронхофорте в текущем каталоге обязательно возьму, витамины группы В, черника, селен, железо и коралловый кальций. Дальше у нас тут тоже скидки живица, секрет Востока и хлорелла со спирулиной. Дальше 45% скидка на кальциум и К2, артрофорте, гепатофорте, велнес, гипалай десерт желе, кумзим Q10, дигидрокверцетин и пробиофул. Бонус за покупку это куркумин и мастоп. Ньютоник по акции со скидкой 45% скидка. Омега-3,69, омега-3 со скидкой. Травяные сборы с 50% скидкой. Пластыри гидроколлоидные от влажных мозолей. Пластыри универсальные по акции. Ничего мне не понравилось. Ни гидроколлоидные, ни универсальные. Надо как-то видео вам снять бесполезные покупки. Вроде бы уже так насобиралась. Я иногда снимаю там раз в год. Но я сейчас редко покупаю бесполезные покупки. Вот покупала, ну как на обзор брала, сама думала буду пользоваться. Ну, немножко насобиралась, надо будет снять. Подушка, валик из гречневой лузги, с гречневой лузгой, вернее, 40% скидка. Дальше набор суджок, вот, тоже покупала. Для меня лично бесполезная покупка, я тоже показывала уже. А для живущих в доме людей... Иногда пользуются, в общем, не совсем бесполезно. Ну, для меня бесполезно, я не пользуюсь. От анемии, там, от покалывания. Вот все-таки хочу вот эту вот призму взять, сковородку попробовать. Не знаю, все на нее смотрю, смотрю. У меня, в общем, антипригарная сковородка, которая 24 сантиметра. Не 20, не 28, а именно 24, средняя. Там, в общем, антипригарная... покрытие немножко уже снялось. Вот я мужу звонила, не отвечал. Сейчас перезванивает. Уже подождет пусть. Ножи, потом аксессуары для кухни. Как они называются-то? Не столовые приборы, а... Господи, вертится в голове название, забыла. Утварь, вот, кухонная. Со скидкой. Брать не буду, у меня есть, но кое-что уже выходит из строя, надо менять. Вообще, конечно, сейчас делают товар, ну, вот это вот все для кухни, посуду, недолговечное. И каждый год вот обновлять надо. Раньше, если чугунная сковородка, то чугунная сковородка пользуется прабабушка, бабушка, мама, дочка, внучка и так далее. Еще, может быть, правнучка будет пользоваться. Сейчас вот на год даже не хватает одному поколению попользоваться. Так, тут у нас блендер у меня такой есть. Может быть, наподобие такого брать не буду. Я им не пользуюсь. Салфетка джутовая со скидкой. Вот это я возьму. Вот это вот мне надо. Вот это вот молодцы, что выпустили. Единственное, по цене я не могу сориентировать никого. Это попробую новинку со скидкой 40%. В общем, смотрите. Герметичный двойные зип-замок. Есть поле для надписи. Маркером или ручкой. Универсальное применение для продуктов, для лекарств, для мелочей. Все по местам. Многоразовое использование. Термоустойчивый, выдерживает температуру от минус 20 до плюс 100 по Цельсию. Набор пакетов для хранения. Шикарная новинка. Обязательно возьму. Лаванда называется. 20 штук. Маленькие. 20 штук 1499, а большие 2099 15 штук. В общем, смотрите, 20 штук 20 на 23, большие 27 на 33. Буду брать. Хорошая. Так, сразу оставляю свой отзыв. В общем, гель для посуды мне не понравился. Мне даже вот этот вот дозатор, он не нужен, я им не пользуюсь. Слабо пенится и...
много тратишь, и жир до конца не смывает. Вот эта вот забота дома по-корейски, суюн, гель для посуды, мне не понравилось. Насчет запаха кумкват и паттайя, питая, неплохой такой аромат. Игривый цитрусовый аромат азиатского кумквата с нотами нероли и сладкой паттайи. В общем, вот. Брать не буду, но если так пойдет, что выведут обычные наши, к которым мы привыкли, гели для посуды, то придется вот это вот брать. Хотя, в принципе, я не в восторге. Не в восторге я и от пятновыводителя. Тут гранулы. Он не сказать, что прям хорошо уж там что-то отстирывает. Ну, в принципе, у нас и немецкое производство, у меня лично. Не сказать, что хорошо отстирывает. А кондиционер как кондиционер. Пахнет нормально вроде бы, остается запах. Но именно вот этот вот нероли и гибискус, мне не понравился аромат. Порошки тоже посредственные, но я попользовалась только универсальным, для цветных только взяла, еще не пользовалась. Мужу моему, кстати, понравилось, он не пользуется кондиционером, а они пахнут. Ну, по крайней мере, вот этот вот порошок, который именно универсальный, с пятновыводителем, ему понравилось. И мне нравится, когда он вешает, пахнет именно порошком вот этим вот. Так он посредственный для меня. Ну, будем переходить, что делать. Если выведут, скорее всего, выведут. Немецкие и нидерландские. Сейчас же Голландии не произносится. Нет такой страны Нидерланды. Да по привычке мы говорим Голландия. Ну вот я вот про Нидерланды говорю, порошок, вот эти вот средства для дома. Возможно, и даже немецкие уже тоже, мне кажется, выведут. Ну, будем приспосабливаться, что-то будем думать. Как говорится, мы ко всему готовы. Любой гель для стирки по акции. Для дома два любых продукта. Это у нас моющее средство, антижир и моющее средство универсально с пребиотиком. 879 тенге каждый. Это получается для средства для чистки духовок и плит. Также у нас идет для кухонных поверхностей и деликатное очищение и блеск металла, крем-паста. Еще у нас есть концентрированное универсальное средство. Безопасно антибактериальный и убирает бытовые аллергены. Для ванны и туалета, для унитаза. Средства для стекол и зеркал по акции. Стильная база. Это у нас были, по-моему, джемпер Long Sleeve. Муж у меня не любит такие. Ну, может, новинка, я не знаю, были, не были. Джемпер Long Sleeve. В общем, 95 хлопок, 5 эластан, размеры до 2XL. Муж у меня любит что-нибудь с горлышком. Футболок тоже достаточно. Будет недостаточно, купим. Носки в компании Fabric шикарнейшие. Белье мне не подходит от компании Fabric. От Florange подходит, но там очень много всяких фурнитур, вот этой вот всяких висюлек, кружев. В общем, всего много. Вот это мне тоже бывает, знаете, не под всю одежду. У меня бывает одежда не цветная, а такая, знаете, однотонная, то это все просвечивается через одежду. Ну, это выделяется. Оно не сильно-то, в принципе, и принципиально, но в последнее время вот я люблю, чтобы не сильно это все выделялось. Мне вот такие футболки, если честно, нравятся, своеобразным вырезом. Это новинка, не новинка, я не знаю. Да, это пишут, что новинка, но хотя здесь не поймешь. А, джеггинсы новинка. Не знаю, были, не были. Мне они маленькие, точно. А вот футболки я бы взяла. Мне нравится здесь то, что не оверсайз норма. Рукав длинный, не широкий. Ну, широкий. И V-образный вырез. Цвета. Вот мне понравилась красная. Мне понравилась молочная. Что мне тут еще понравилось? Песочный и какао мне понравилось.
что-нибудь надо взять, может быть, простые формы. Вот просили, как говорится, получите. Мне нравится, что обрамлено на рукаве вот именно вот этой, как вот на V-образной вот этой, на воротнике. Футболка. Я, наверное, ее возьму. Тут 2XL. Попробую. Здесь тем более вискоза и лайкра. Мне кажется, она шикарная. Мне и голубая понравилась. В общем, возьму какую-нибудь одну обязательно, наверное. Ну и акция для новых покупателей у нас Miss Skinny, бонус набор продуктов для ухода за кожей. Это у нас получается, набор стоит 9287 в каталоге, а вы за 15 тенге его, новые покупатели, получаете. Оформите заказ, как всегда, от 7500 тенге с 26 февраля по 17 марта. А уже с 18 марта набор вас ждет, в вашем личном кабинете. Здесь у нас что входит в набор? Крем для лица Blur, ночной крем для лица Night, ночной, и крем для кожи вокруг глаз при заказе от 5000 тенге. Надеюсь, мой обзор был для вас полезным. Комментируйте, не забывайте про классики. А с вами была Людмила Хамула. Всем пока!